Ежегодно весной Базель превращается в мировую столицу часов и драгоценностей. Более 2000 известных компаний демонстрируют здесь свои новинки. Выставочная площадь 100 тысяч квадратных метров. Ну что ж, начнем наше роскошное путешествие. Де Гризогана. Швейцарская ювелирно-часовая марка, основанная в 1993 году. Известна своим смелым дизайном. Определенно станет бестселлером коллекция украшений Crazy Malls. Животные двигают лапами и ушами. У них есть очки и шляпы, которые можно снять или надеть задом наперед. Еще одна не менее интересная новинка – часы Луна. По форме они напоминают неполную луну, ремешок из ската. На выбор модель, усыпанная бриллиантами или изумрудами. С 2016 года мы, как ни странно, увеличили объем производства моделей класса люкс. Спрос на наши коллекции в среднем ценовом сегменте стабильный. Но что удивительно, мы увеличили люксовый сегмент. С 2016 года мы увеличили выпуск на 60%. Это очень много, учитывая ситуацию в мире. Я думаю, что клиенты рассматривают наши изделия как вложение. Японская компания Микимото была основана в 1893 году. Специализируется на украшениях из жемчуга. Поклонницами марки были Грейс Келли и Мерлин Монро. Это ожерелье голливудской актрисе подарил второй муж Джо Ди Маджо в 1954 году во время их свадебного путешествия в Токио. Монро отдала его своему преподавателю по актерскому мастерству. 20 лет назад компания выкупила драгоценность. Теперь это музейный экспонат. Из новинок – украшения-трансформеры и броши. Они сейчас снова в моде. В следующем году Микимото исполняется 125 лет. И все это время наша компания считалась домом жемчуга. Но теперь мы входим в мир ювелирного дела. Обратите внимание на форму этого украшения. 50% – это жемчуг, 50% – бриллианты. Французская ювелирная марка Messika основана в 2005 году. Специализируется на украшениях из бриллиантов, которые можно носить каждый день. Коллекция Move – визитная карточка бренда. В этом году отмечает юбилей – 10 лет. В этой коллекции мне нравится, что можно выбрать украшения любого стиля. От такого стильного, зрелого, с большим количеством золота, до небольших украшений для создания более юного образа. Наша коллекция предназначена для людей любого возраста. В этом браслете, когда вы двигаетесь, бриллиант тоже начинает двигаться. Забавно. Даже слышен тихий звук, бриллиант следует за вами и вашим настроением. Высокое ювелирное искусство от Messika. Это роскошные чокеры из белого золота с бриллиантами. Главный тренд среди аксессуаров в 2017 году. Этот экземпляр уже продан. Цену не оглашают.